Дорогие ярославцы, гости города, меня зовут Евгений Севцов, я пианист. Вместе с моим трио мы выступим на фестивале «Джаз над Волгой» в этом году. И для меня это особенно трепетно, потому что я помню еще как в году 2007, еще когда я был студентом Академии музыки имени Гнесиных, на этот фестиваль мы приезжали вместе с оркестром под управлением Анатолия Крола. Поэтому приглашаем вас, приходите 18 марта, фестиваль «Джаз над Волгой» в Ярославле.